Чувашия готовится к тотальному диктанту. Для потенциальных участников организуют бесплатные подготовительные курсы. Учить русский язык по пятницам начнут завтра, 21 февраля. В этом году Чувашия в 8-й раз присоединится к всемирной акции по проверке грамотности. На этот раз тотальный диктант напишут 4 апреля. Главной площадкой в республике традиционно станет новый корпус ЧГУ. Автором текста российский писатель Андрей Геласимов, автор романов «Жажда», «Степные боги», «Холод», «Роза ветров». Лауреат литературной премии «Национальный бестселлер». Тотальный диктант 2020 посвящен теме космоса.